Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, 28 августа, Церковь отмечает Успение Божией Матери. Нужно обратить особое внимание на Слово Божие. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Чего нет в Библии, о том не рассуждаю». Все, точка. Вопросов можно задавать много, но если спросить, а в Библии что-то сказано об этом? Не сказано. Вопрос снятый. Вот сейчас спрашивают, Третья мировая война когда будет? Нет этого. Меня в тюрьме спрашивал начальник тюрьмы. Говорят, написано в Библии, что придет правитель Михаил Мещеный. Это у Горбачева пятно в виде Африки здесь было. Нет ни такого. Михаил — это архангел. И слова Мещеный вообще нету. А люди-то на полном серьезе думали, что это, ну, там можно найти подобие. Вот история нам подсказывает, что все ветхозаветнее, все от первой страницы до последней говорит о грехопадении и о надежде, которую Бог дал людям. Вот начинает читать человек, первый раз попал на ему в руки Библию, он считает верующий, ревностный. Человек согрешил. Он говорит жене: мы погибли. Мы все погибли. И надежды нет. Мы прах и в прах возвратимся. Считает дальше. Доходит место. И там говорится, что придет кто-то, некто, возьмет грехи на себя. И изъязвлен был за беззаконие наше. Ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава. Он спросит: ты веришь в это, жена? Верю, значит, надежда есть. Но когда это будет? Последние главы Евангелия, когда Господь идет умирать на крест. Израиль приносил жертвы. Это нам кажется так. Вот жертвы и жертвы. Вы пойдите куда-нибудь, посмотрите, как колят овечку. Вот она сейчас блеяла, смотрела, и вдруг ее нету. А перерезают ей горло. Теперь долго ее обдирают. Рассказать там какие слова там маркетанищают над ней. Это одна. А если 10 и все сразу? Сегодня мясокомбинат может за раз принять, ну, 10 тысяч. Но когда мы считаем, которое Соломон принес жертвы, 120 тысяч. Павел Флоренский пишет: дело стояло так, что тут рев, стон стоял. Вот корову ведут, когда на мясокомбинат, и часто у нее видят слезы. Она понимает, это конец. Священники ходили по щиколотку в крови. Кровь эта смывалась, уходила в Иордан. А ничего не изменялось. Вся жертвенность напоминала, что придет Сын Божий, взойдет на Голгофу, рожденный от пресной Девы Марии, возьмет грехи мира. Иоанн Креститель увидел его. Евангелие от Иоанна 1:29 говорит: вот Агнец Божий, ягненок Божий идет, который берет на себя грех мира от Адама до последнего человека на земле. Даже те, которые его не приняли, но жертва принесена такая, что если бы было миллион земных шаров этих, сколько люди живут на них, и тогда хватило бы жертвы. Об этом апостол Павел непрерывно напоминает, сколь велика жертва была. В первой христианской церкви упор делался именно на это. И праздник был, Пасха, само собой, Ветхозаветие, Пасха, кололи ягненка. Он говорил об исходе из Египта. То есть человек находился в рабстве, в плену, и теперь вышел. О, это великий праздник. Вот человек в тюрьме находился, и вдруг амнистия, дверь открылась. Человек все забывает. Какие горести были, как над ним издевались. Что это такое, когда я свободу получил? Вот это человек получил, выходя из Египта. И Израилю было дано указание 3 раза в году собираться, мужское население. И они отмечали этот день. Выход из плена. Пасха Христова. Как ее есть нужно. Какого агнца брать, беспорочного. И они... Сколько ягнят, козлят было, все напоминали о Христе. Придет Агнец Божий. И он пришел.
Дальше. Кущий праздник. Он об этом же говорил. Вы вышли из плена, теперь живите в шатрах. День Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов, в этот день случилось, когда сошел с шумом Дух Святой, шум раздался. Иоанн Златоуст говорит так. Когда приближался этот праздник, то первые снопы брали из разных мест, приносили в храм, и священник брал сноп и трес его, сноп потрясания назывался, шум издавался. Вот так здесь шум от множества людей, теперь уже не только с неба раздавшийся шум, а что люди приняли спасение. Это я спасенный, да меня за человека не считали евреи, дверь открыта всем. Нация никакое значение имеет, ни еллины, ни иудеи, но исполнение заповеди. И в первой христианской церкви Пасха, она вышла из числа праздников. Праздник праздников, выше всего. Но отмечали праздник только один, Рождество Христово, и вместе с ним в этот же день крещение. Никто не знал, когда Христос родился. И отмечали по годовщине самого лютого гонителя. Диоклетиан. И не день, не два, уже 5 столетий проходит. И все еще это исчисление идет эра Диоклетиана. И однажды Дионисию, малому монаху, показалось, что он видит, начинается повтор, те же самые дни, 532 года, он доложил памятной запиской, может это напоминание, что Христос родился. И было принято так. Сегодня идет не 2017 год. На 4 года ошибка была. Добавьте 4, 21. Это никто не оспаривает. А праздников праздник по-прежнему один. Профессор Скобалинович об этом писал еще до революции. Когда праздники возникали? Вот заметьте, если Христос рождается, о Рождестве Христа мы считаем Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка. Если Сретение, мы считаем Евангелие от Луки, больше нигде не упоминается. И церковь в дальнейшем, спустя 200, 300, 400, 800 лет прибавляло и догнали до 12, искусственно. Чего в Библии нет, не рассуждаем, а Богородице только Благовещение, больше ничего нету. И вот когда в церкви праздник какой совершается Христов, в честь Христа, обязательно читается выдержка из Евангелия. Преображение было? Было. Сретение было? Было. А Божья Матери что читает, не было. Сегодня успели, а читали о чем? Марфа, Мария приняли. Да какое отношение это имеет-то? Как в сказке, на рождение, на свадьбу, на похороны одно и то же считают. То есть искусственно это сегодня видно. Любой Богородичный праздник из 5, а это Благовещение, введение во храм Божьей Матери 4 декабря, на Благовещение всегда 7 по нашему апреля. Далее, вводят в храм. Что еще в храме она видит? Это все абсолютно надумано. Сегодня уже даже никто и доказывать еще не хочет противного. Что? Подходим к Успению. А об Успении вообще ни одного слова нет. Что с ней было, никто не знает. Ой, блаженно чрево тебя носившее. А Господь как будто не слышит этих слов, ублажающий Божию Матерь, а говорит, блаженно слышащее и исполняющее. Вот это совершенно вычеркнули. Нам от того, что она блаженная, что-то дает. Написано, и отныне ее будут благословлять, блаженной называть. Оказывается, это слово относится ко всему Израилю. Вас блаженными будут называть, когда узнают, какой у вас закон. То есть это слово благое, неприменимое никому, сегодня применили к Божьей Матери. Христос говорит, никто не благ. И вот здесь мы слышали проповедь Иоанна Златоуста несколько дней назад. Никому из человеков это не приложимо, она человек. А ее считают не благая, а преблагая. Но явно дело, что пошло не в ту сторону. Католики, наконец, уже в 19 веке вводят в догмат, что она зачата непорочно. Православные не поняли. Поняли только одно, что залезли совершенно не туда. Через ограду закона перелезли, взяли чуждое. Что не от Аким, не Акима и Анны, а просто от Духа Святого. Монахи дальше пишут, родилась из Богу. Из Богу. То есть обыкновенное рождение – это осквернение якобы для Христа. Когда написано, войдет царь дверьми, и никто ими больше не выйдет. И речь идет о рождении, о ее девственности.
То есть здесь столько придумок, о которых нельзя даже сегодня и высказать. Вот введение во храм Божьей Матери. Во храм. Ни даты, ничего мы не знаем, конечно. Но мы принимаем, отмечаем этот день. Но дальше-то пошли. А она во святая святых. Вы понимаете, что такое святая святых? Вводит девочку 4 года. Ну, вот мальчик сидит. Среднего возраста между двумя девочками заводит. И первосвященник заводит ее во святая святых. Апостол Павел прямо об этом говорит. Во святая святых один раз в году мог входить только один человек, первосвященник, патриарх, жертвой за весь народ. Это уже в Новом Завете говорится. Те, которые составляли вот эти видения, они не читали Библию. Или писали враги. И кто пишет об этом? Митрополит Антоний Блюл. Считали, если бы он не был за границей, он в Англии был, русский, патриот. Он был бы патриархом после Пимена. А что там делать? Окон там нет. Туда входить может только один. А если бы вел, его сразу бы убили. Придумали, а Захария убили. Да это Захария другой совсем. То есть здесь даже высказать нельзя, сколько разных придумок. Зачем? Девочка в это время играет куклами, балуется еще. Ее заводить туда, где нет света, светильник не зажигается. Покрывало, которое скрывало, будет разодрано только когда Христос умирает на кресте. Здесь ничем нельзя оправдать. То, что стали дальше писать об этом. И вот считаем, введение во храм, а Богородица, о рождении ее считается. Успение, опять тоже самое. То есть события-то не было. То есть события было, а на нем нет. В Библии нет этого. И вот о Божьей Матери сегодня столько везде у православных написано. Но рано или поздно, где-то что-то сердце дрогнет. Написали псалтырь Богородицы. Большего, кажется, богохульства нельзя придумать. Бог говорит, славы моей я никому не дам. Я Господь Бог, и нет иного, кроме меня. Псалтырь весь переделает под Божью Матерь. Помилуй меня, Боже, здесь помилуй меня, Богородица. Здесь считать живые помощи под кровом Всевышнего. Здесь под кровом Богородицы. То есть все слова, которые говорится о мне с большой буквы Бог, переименовали. Кто автор? Неизвестно. Я кого бы не спрашивал. Автора нет никакого. Где впервые издали? Неизвестно. Кто благословил? Неизвестно. А зачем? Псалом Давида написано. А если другой? Псалом Асафа. Дальше псалом Моисея, человека Божия. Псалтырь, 150 псалмов. Нам недостаточно. Указано авторство, кажется, здесь нет автора. Здесь нужно быть крайне осторожным. Взять себе за символ, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Однажды было так. Блаженно чрево тебя носившие воскликнули. А Господь на это не только это ответил, что блаженно слышащие и исполняющие. Но сказали, вот матерь твоя пришла. Она поверила, что Христос сошел с ума. Вышел из себя. Вместе со всеми пришла взять его. Такое у нее невысокое мнение о нем было. Это не кто-то говорят, а святые отцы. А он в это время и говорит, кто мне матерь? Кто слушает и исполняет, тот мне матерь, брат и сестра. Не сказал только отец. Это я из Евангелия привожу. Христос ни разу нигде не принял то, что люди говорили о матери. Никогда. Он сразу давал этому опровержение. Нам этого мало. Ну а как мы понимаем, как церковь установила? Мы считаем ее преснодевой всегда. Ходатайство рода человеческого всегда. Мы должны это принять, но и не идти дальше. До 8 века люди, это век, век это 100 лет. И никто не знал про эти праздники. Вообще их не было. А для чего? Под 12 подгоняли. По 12, 12 сакральная цифра, а первая Христова церковь, один праздник, 12 и 1, разница большая. И сегодня идут с праздником, я спрашиваю, с каким? Ну, Божья Матерь умерла. У меня племянник, Вася, в Киргизии, он в школе не был, учительница спрашивает, а почему Вася не был, а у нас праздник был. А какой? Ивану Крестителю голову отрубили. Это у нас праздник. Праздник
Христос, ну Христос выше или Богородица? Христос умер. В пятницу что, праздник был? Наоборот, печаль. И он говорит, вы печаль, но печаль ваша превратится в радость, когда он воскреснет. То есть смерть это не праздник. Это трагедия, трагедия мира. Вообще не понимаем даже, что это такое. А Христова смерть когда была? Ну, в пятницу. А в это что? В этот день. Да люди не пьют, не едят. Солнце, говорит, остановило свой бег, Иордан повернул вспять. Это образное выражение. А когда праздник? Радовались враги. Но когда родится дитя, мать не помнит себя от радости. Так и здесь. Рождается новый мир, рождение нового человека. И где это? Воскресение Иисуса Христа. А Божьей Матери после было принято предание о том, что она воскресла, что умерла, это успение, слово успение, это умерла, уснула. Спи, дорогой брат, мы говорим умершему. И встали, вот что она умерла, не говорят это. Мусульмане называют ее Марьям. У старообрядцев стали говорить Мария, только одна Мария, остальные Марья. Мария нельзя говорить, то есть как будто мы ее честь этим возвысим. Но слово Мария, во-первых, ни у старообрядцев, ни у кого в календаре нигде нету. Это все придумки человеческие. Мария. И в честь Марии, Мария Магдалина, Мария Египетская. Много Марии было, ни одной Марии нигде нет. Ну, на бытовом уровне мы можем называть, но не утверждать это. И поэтому успели только и сказать, что она была верна до конца. Предание сохранилось, что она была благовестница. Что ну, там на Афон, Грузия, тут каждый считает, что я четвертый, Россия пятый удел Богородицы. Не знаем, но мы знаем, что она была избранным сосудом Божьим. Если так по подсчетам взять, то 5508 лет Бог готовил этот прекрасный сосуд. И вот на иные иконы посмотришь, редко встретишь даже на базаре старую цыганку, как выглядит. Она прекраснее сынов человеческих, как Сын Божий. Он был прекраснее. И в этом не надо сомневаться. Она была прекрасной видом, прекрасной статью, как говорится о Давиде, прекрасна духом, молением, и ангелу она ничего не могла ответить, только сказала, да будет мне по слову твоему. Мы эти слова обратим ко Христу. Да будет нам по слову твоему. Мы отвечаем не праздник сегодня, а печальный день, что ученики расставались преблагословенной Матерью Божией. Теперь в церкви стали петь неимом и иные помощи. Наконец доходить стало, это отречение от Христа. Перестали кое-где петь, архиепископ вообще запретил петь. Это отречение от Христа, не имам и иные помощи, кроме тебя. Кроме, то есть кроме Богородицы никого нет. А Христос при чем здесь? Она спасалась им. Она спасалась его жертвой. И если бы она умерла до его смерти, мало ли что было, она была бы там, где Иоанн Креститель, где все святые умершие. То есть, где был Лазарь, на лоне Авраама, не в раю. В рай первый вошел не Богородица, а разбойник. Ныне же, сегодня же будешь со мной в раю. И поэтому для себя мы должны очень точно иметь представление об этом событии. Божью Матерь мы прославляем, читаем молитвы, церковь установила, Богородица, Дева, радуйся. Достойно есть якобы истину, все, что положено. В Псалтыре Богородицы, выдуманные, в церкви не считаются. И ни один священник, ну если он нормальный, нет. Мне говорят, а вот такой-то считал священник. Я говорю, где он? А он отступил, его извергли из сана, выбросили. Наконец-то достукался. Божья Матерь занимает свое место в той иерархии, которую Бог назначил. И слава моя никому не дам. Поэтому, если мы верующие, даже твердо это иметь. Я привел доказательство из Слова Божия. И Господь называет ее даже не дева, а женщина. Все жена. Жена это означает женщина. Се сын твой. Так она была женщина. Женщина, но осталась присно Девой Марии. И это не один раз, где прямо обращается к ней. А она что говорит? Сделайте то, что он скажет вам. Кто? Сын Божий. На браке в Кане Галилейской. У них не доставала вина. И она сказала то, что он скажет. Наше отношение должно быть чистым.
справедливым на основании Священного Писания. И к Божьей Матери должно быть благоговейное отношение, не как сектанты, что у ней было много еще детей, она была Иосифова жена, он был хранитель ее, церковь так и приняла. Зная, что она столь избранный Божий сосуд, и подвергнется нареканию, и что она зачала ребенка, забеременела вне брака, ее бы убили. Он ее хранил. И это осталось в тайне. Он подумал отпустить ее. Отпустить, значит, она не была замужем. А тут было бы расследование. Евреи на этом не останавливаются. Они ее сегодня поносят, как хотят. Что зачала от беглого римского дезертира солдата, то есть сильнее унизить. Она блаженная, чистая. И как церковь приняла честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы этого спаривать не будем. И будем считать эти молитвы, не заходя за эту грань. Католики зашли очень далеко. И в нашем понимании слова Христа, что тот мне матерь, кто слушает, исполняет. Вы, женщины, хотите быть под этим именем? Исполняйте. Это незримо на вас звание будет. Вы как матери Христа будете. И пусть этот памятный день, искусственно поставленный, для нас будет напоминанием, как жены должны себя вести, как одеваться. Посмотрите, даже на иконах нигде без платка ее нет. У нее на самый настоящий мусульманский хиджаб сегодня, как бы сказали. Посмотрите, как одета. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.